платные парковки – это палка о двух концах. С одной стороны, это порядок, это отсутствие машин, которые припаркованы хаотично, красивый ухоженный центр и так далее. С другой стороны, мне не нравится, что сумма расходов на штрафы, на парковки и так далее с каждым месяцем увеличивается. Плюс еще на каждом столбе висит камера, фиксирующая скорость. 60 мы ездить не умеем. В общем, конечно, я не хочу за это платить, но приходится.